Компания Clevermed считает просто абсолютно необходимостью быть спонсором подобных образовательных мероприятий, потому что, к сожалению, как, знаете, как во всех этих анекдотах и историях, права купил, ездить не купил. Так в пластической хирургии абсолютно этого делать нельзя. И поэтому использовать или применять те высокие технологии, которые сегодня мы предлагаем на российском рынке, можно только получив правильное образование. Тогда очень важно, не будет скомпрометирован метод, и что самое главное, потому что мы все врачи, мы давали клятву Гиппократа, не пострадает пациент. Мы сегодня очень гордимся тем, что мы проводим этот курс 6-й раз. Я сегодня разговаривала с Мустафой Хамди, который приехал к нам 2-й раз. Он присутствовал на нашем 2-м курсе. Такая магия чисел. И он сказал, он был удивлен, и сказал: Ольга, насколько далеко вы шагнули и какое у вас замечательное мероприятие. На самом деле я горжусь своей компанией, компанией Clevermed. Я горжусь своими сотрудниками, потому что это абсолютно наша инициатива, наша идея. И мы принимаем активное участие, безусловно, в составлении программы. Несмотря на то, что мы являемся коммерческой структурой, безусловно, наша программа пишется абсолютно без учетов коммерческих интересов, потому что наша задача сегодня – донести до хирургов тот опыт, который есть в мировой практике. Мы специально приглашаем топовых специалистов по разным направлениям. Это, безусловно, операции на лице, это липофилинг, который сегодня получает огромное звучание. Это операции по подтяжке лица, ринопластика. То есть все аспекты деятельности пластического хирурга входят в сферу наших интересов и составляют программу наших мероприятий. Поэтому я очень довольна такой высокой оценки нашего мероприятия. Я, безусловно, мы будем заниматься вместе с тем, чтобы эти мероприятия продолжались, чтобы они были такими же интересными, насыщенными и наполненными. Мы работаем очень плотно с компанией «Биоконцепт», которая обеспечивает высокий уровень организации этого мероприятия. Потому что написать программу – это одна задача, а сделать так, чтобы это было все комфортно. Сегодня прекрасно идет трансляция, нет никаких проблем со связью, с операционной. То есть сегодня, понимаете, я была много лет назад на подобных мероприятиях в России, и, честно говоря, я даже не предполагала, что мы тоже сможем это сделать. Я действительно горжусь очень своей командой. Я очень горжусь компанией «Биоконцепт», которая обеспечивает такой высокий уровень, потому что мне очень не хочется, чтобы про нашу страну думали, что здесь ходят белые медведи, и все ходят в матрешках и в кокошниках. Мы вполне современная страна с большими знаниями, с большим опытом. И я надеюсь, что проведение подобных мероприятий расширит представление о нашей хирургии, и наших специалистов будут приглашать на зарубежные конгрессы. В следующем году мы обязательно проведем такое же мероприятие в те же даты, потому что это уже стало хорошей, доброй традицией проводить мероприятия в начале июня. Поэтому вы, пожалуйста, все следите за нашими анонсами, мы будем информировать вас о наших планах. Пока я их раскрывать не буду, как только они все будут оформлены в тезисе научной программы, мы обязательно разошлем вам приглашение.